урок хотя бы. Ну, давай. Всем привет, каталочек или каталог аватар. Я не знаю, как правильно говорить. Вроде бы каталог. Или можно назвать, можно говорить одежды. Я не знаю, как вообще правильно говорится. Это непонятно. Совсем. Плохо интернет работает. Меня же выкидывают. Чё интернет так плохо работает? Сейчас подписчики. Я перезайду. Что-то с Роблоксом сегодня. Или с интернетом нашим. Короче, ребятки, простите, что так долго. Ну, потому что так долго. Простите за посторонние звуки, если вы услышите. Сейчас я закрою дверьку, чтобы не слышать посторонние звуки. Все, вроде меньше нужно. Хорошо, сейчас зайду. Что нам будем играть с сестрой в каталог? Там надо делать скин. Или просто там ты делаешь скины, их можно покупать, или просто делать скины в аватаре. Ну, как в аватаре, в каталоге. У тебя... Тебе так нравится делать? Простите, что так долго. Сейчас я нажму на паузу. Короче, я перемотаю всё. Ждите. Всё, ребятки, вроде уже зашлось. Всё уже зашлось. Сейчас покажу скин, который я делал. Он дорогой. Ну, я его не куплю не тогда, потому что он дорогой. У меня тоже. Вечно лагает. И когда-то он может не лагать. Простите за маркетинг. Потому что моя сестра любит говорить маты. Короче, моя сестра любит говорить маты. И не слушайте ее, если она там говорит маты. Прости, YouTube, не блокай меня. Пожалуйста. Сейчас будем делать бомбический скин. Если хочешь, я могу перемотать сразу, чтобы вы не видели. Давайте я перемотаю. Я сделаю и покажу вам. Так что сейчас перемотаю, потом увидите. Все, вот такой вот скин у меня получился. Вроде норм, но мне нравится. Оцените мой скин в комментариях. Ну, всем пакетово. Буду ждать завтра. Завтра.